В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета прошла защита одних из первых магистров программы Petroleum Engineering. О том, какие перспективы открываются перед выпускниками программы, смотрите далее. Главной целью программы является подготовка специалистов, хорошо разбирающихся в современных тенденциях нефтегазовой сферы. В первую очередь, с точки зрения добычи, повышения нефтеотдачи и моделирования нефтяных месторождений, а также тех, кто способен реализовывать проекты не только в России, но и по всему миру. И для этого как раз программа реализуется на английском языке, и к ее реализации привлекаются специалисты из различных стран, из различных университетов и компаний мира. Она рассчитана на любых людей, любых студентов, кто хочет получить англоязычное образование. Но вот так и сложилось, что среди иностранцев особенно она была актуальной, интересной. Несмотря на то, что большую часть группы составляют иностранные студенты, среди них представители Ближнего Востока, Африки и Южной Америки, в программе приняли участие и российские студенты. Таким образом сложился межкультурный коллектив, где все успешно защитили диплом. Среди них и казанец Равиль Сагдеев, который уже много лет работает в арабской стране Катар. И так получилось, что нужно было второе образование, именно более узкопрофильные, да, по нефтегазовому делу, для моей работы в Катаре. И узнал, что есть такая программа англоговорящая, что мне очень удобно, что мне было нужно. Здесь было больше нефтехимии, геологии, что мне не хватало. Моделирование очень важно, потому что было, здесь получается есть класс, именно лаборатория 3D. Да, там нас обучали именно моделированию, здесь делать модели по скважинам. Это очень понравилось. Отметим, что выпускники получают не только диплом Казанского федерального университета, но и приложенную к нему справку о том, что обучение проходило на английском языке и соответствует международным стандартам. Это позволяет выпускникам найти работу в любой точке мира. Набор на эту программу идет каждый год. Сейчас набор открыт, и мы всех приглашаем подать заявление, чтобы получить качественное образование международного уровня на английском языке и обеспечить себе хорошее будущее в нефтегазовой сфере. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.